Привет, друзья! С вами Сантей. Продолжаем мы рубиться во вторую готику. Продолжаю я выполнять задания в логове Масиаф. В этом видосе я расскажу, как лучше выполнить квест «Мрачные тайны». Также я покажу, как одновременно мочкануть Асаира и Ханиара и получить максимальное количество опыта. После завершения задания «Цена предательства» иду к Гонсалесу. У меня есть для тебя интересные новости. Тогда выкладывай быстрее. Что у тебя там? По всей видимости, в братстве скоро произойдет большая заварушка. С чего ты это взял? Асаир хотел прибрать власть в свои руки, но Ханиар, как ты понимаешь, против этого. Еще бы, никто не хочет уйти в тень. Тем более такой человек, как Ханиар. В скором времени они должны будут встретиться, чтобы разрешить этот вопрос. И, скорее всего, после этого в живых останется только один из них. Как интересно. А сколько человек возьмет с собой Ханиар? Он пошел на эту встречу один. Он что, с ума сошел? Это же чистое самоубийство. Он был довольно уверенным в себе, когда говорил мне об этом. Не нравится мне все это. Ханиар никогда не отличался глупостью и безрассудством. Наверняка он подготовил для Асаира какой-нибудь сюрприз, о котором тот ничего даже не подозревает. А ты случайно не знаешь, где должна состояться эта встреча? Нет, об этом они оба умолчали. Тогда на твоем месте я бы узнал об этом. Мне кажется, что нам стоит тоже поприсутствовать на ней. Естественно, незаметно для всех остальных. Ладно, попробую это выяснить. Ты уж постарайся, приятель. Дальше иду к подгорному проходу. После диалога с Гонсалесом у входа появятся трое масиафовцев. Стой, брат! Дальше идти нельзя! Это еще почему? Приказ приора Асаира — никого не впускать в пещеру. Так что лучше не искушай судьбу и уходи. Крайнего чувака можно обворовать через диалог, отключив АСТ-кражу в настройках. Дальше гашу их. Я разорву тебя на куски. Что, больно? Значит, смотрите. Дальше обязательно нужно спуститься вниз. Туда, где я гасил черного тролля и Муритана. Чтобы в следующем разговоре с Гонсалесом было два варианта ответа, а не один. По пути можно заскочить в крайнюю пещеру, чтобы мочкануть масиафовцев, охраняющих рабов по квесту «Отвести рабов к руднику». 283 видос, ссылка появится сверху. Эти тени больше не нужны, а опыт нужен. Я разорву тебя на куски. Рабов я гасить не буду. Ты дерешься хуже бабы. А как тебе это? Дальше иду к Гонсалесу. Очень важно. После того, как я спустился вниз, в диалоге с Гонсалесом появится фраза. Кажется, мне только остается сражаться с Масиаф. Выбираю ее. Вторую фразу покамест не говорю. Кажется, мне остается только сражаться с Масиаф. Ты мне поможешь? Ну, если все так плохо, в любом случае я с тобой. Ступай вперед, я прикрою твою спину. Гонсалес идет за мной. Если сказать, сейчас кажется я знаю, где произойдет встреча, то Гонсалес ломанется вперед. А это мне не нужно. Дальше идем вместе в подгорный проход. Значит, смотрите, если сказать Гонсалесу за встречу или раньше, или в начале пещеры, то мы с ним дойдем до места просмотра кат-сцены и будет вот что. Кажется, я знаю, где произойдет встреча. И где же? Люди Асаира заблокировали вход в подгорную пещеру. Правда, мне пришлось их убить. Мда, ты никогда не упустишь свой шанс порубить кого-нибудь на куски. Но, скорее всего, ты прав.
По всей видимости, Асаир принял все меры предосторожности, чтобы ему никто не помешал разделаться с Ханьяром. Тогда не будем терять времени. Ступай за мной. Нам надо во что бы то ни стало пробиться в эту пещеру. Там еще один. Ханьяр вызывает демонов, и те убивают Асаира и его банду. Но есть способ, как замочить Асаира с его тенями раньше. Откатываю сохранение и спускаюсь ниже площадки просмотра катсцены. Говорю с Гонсалесом о встрече, где-то на уровне третьей пещеры, ведущей вправо. Кажется, я знаю, где произойдет встреча. И где же? Люди Асаира заблокировали вход в подгорную пещеру. Нам надо во что бы то ни стало пробиться в эту пещеру. После диалога Гонсалес пойдет наверх для просмотра катсцены. А Асаир с бандой и Ханьяром появятся внизу. Что, больно? Гашу всех, кроме Ханьяра. Хватит ходить кругами! Бей уже! Дальше возвращаюсь на смотровую площадку к Гонсалесу для диалога и просмотра катсцены вызова демонов. Для этого нужно зайти немного дальше за Гонсалеса. Что это были за твари? Похоже, это демоны. А Ханьяр действительно не так прост, как казался на первый взгляд. Я был просто уверен, что он преподнесет Асаиру сюрприз. А он преподнес его не только ему, да? Нет человека, которого бы я испугался. Но эти твари меня немного нервируют. Ты видел, как они играючи расправились с Асаиром и его людьми? И что мы теперь будем делать? Я не знаю, но в любом случае лучшего шанса уничтожить Ханьяра уже не будет. Поэтому придется сначала уничтожить это Белиарово отродье. Ну, ты искал достойного врага, и вот он перед тобой. Тогда вперед, не будем терять времени. После этого иду вниз, гашу сначала демонов, потому что пока месть демоны живы, Ханьяр не уязвив. Дальше иду и говорю с Ханьяром. Так значит, ты все-таки осмелился появиться тут. Я же тебя предупреждал. Как видишь, меня это не остановило. Да, это несколько меня удивляет. Постой, а кто это с тобой? Мне кажется, вы должны быть знакомы. Ах, вот оно что. Ну, конечно. Мой старый друг Гонсалес тоже тут. Теперь мне понятно, каким образом ты смог справиться с моими слугами. А ты, Гонсалес, все так же мечтаешь о том, чтобы отомстить мне? Вижу по глазам, что так оно и есть. Хе-хе, но боюсь, я тебя огорчу. Если и раньше ты мне в подметки не годился, то теперь я запросто сокрушу тебя безо всяких усилий. Ну, это мы еще посмотрим.
Твоя самоуверенность лишь показывает твою глупость. Что же, тогда ты на своей же шкуре ощутишь всю мощь моего повелителя. Так ты, оказывается, сам лишь слуга? И где же твой хозяин? Его покои находятся во внутреннем святилище храма. Но тебе туда никогда не попасть. Если я тебя убью, это может сработать. Жалкий червяк! Тогда попробуй это сделать! Во имя Белиара! После диалога мочу Ханиара. При потере половины ХП он сбежит. Значит, смотрите. Если сейчас подойти и поговорить с Гонсалесом, то квест «Мрачные тайны» закроется, и мы вместе с ним побежим зачищать храм. При этом он схавает кучу опыта. Ну и к тому же его могут мочкануть. Поэтому я бы крайне рекомендовал по возможности сходить и зачистить храм самому. Иду туда. По пути можно зайти в пещеру Асаира и кокнуть там пятерых теней. Ну давай, покажи уже, на что ты способен. Сдохни, сдохни! Больно? А! Ну давай, покажи уже, на что ты способен. Получай, тварь! Ну как, нравится? Вот дерьма кусок! Ну как, нравится? А как тебе это? Кругами, бей уже!
Вот здесь в храме на столике лежит мешочек ганджа. Его можно будет толкнуть Абуину. Дальше возвращаюсь в подгорный проход и говорю с Гонсалесом. Закрываю квест «Мрачные тайны». Хорошие дела. Этот ублюдок просто сбежал от нас. Я бы на его месте поступил точно так же. И что же, по-твоему, нам теперь делать? Ханиар упомянул о каком-то внутреннем святилище храма. Думаю, стоит поискать это место. Если его и искать, то только в храме. Тогда идем. Пора покончить со всем этим. Хорошо, я следую за тобой. Ладно, друзья, будем на этом закругляться. Если у вас есть возможность поддержать канал финансово, ссылка на донат находится в описании под видео. Также в описании находится ссылка на плейлист. Подписывайтесь, ставьте лайкосы, пишите комменты. Всем до свидания.